Давайте, Юрий. Что, Юрий? Три человека. Один стул лишний. Один стул лишний. Он говорит, а ёлка.
Отец рассуждает, большим серебряным мешком стоит, осыпанный с мешком пушистой шапки деда. А старший брат твердит тайком, так это ж наш сосед. Как ты не видишь, нос как кошка, и руки, и спина. Я отвечаю, ну что ж, а ты на башню. Егор. Как? Егор. Не слышу. Егор! Евгений? Егор! Анатолий? Егор! Горец? Егор! Изабелла? Егор! Татьяна? Мухина? Танечка? Главное имя для мальчика там. Егор меня зовут. Как там бы сказал. Дедушки, чем лучше задержать? Я просто старый уже. Мне знаешь, сколько лет? Угадал. Кто скажет, сколько лет это не угадал?
посложнее. Два удара, 8 дырок. В одну колонну друг за дружкой.
Берем шарик и отходим. Берем шарик и говорим что? Спасибо! Спасибо! Спасибо, его надо. Спасибо, большое. Мои планки говорим. Дома ребята. Мои планки говорим. Дома ребята. Паша, вот это что ли, Наташа? Паша, что ли, за классом?
Если вы сделаете А, Сева, что ли? Сева Городец. Как голова болит, я не знаю почему. Я сказал, ходите идти, ходите. Наташа! Наташа! Я на музыке сейчас Yeah.
радовались. Я желаю жодного пояса в следующем году. Чтобы я